Всем большой привет! Это Катя. Сегодня покажу, как я буду украшать свою елку. А елка у меня будет маленькая, находиться она будет на кухне. Я буду отмечать Новый год не в своей квартире, не в Москве, а в Тамбове. Поэтому я решила не покупать живую елку, так как я уеду, и она здесь осыпется. И, в общем-то, много места будет занимать, поэтому решила нарядить такую малюсенькую елочку. А в этом году я решила, что она будет белая, как невеста такая вся. Праздничная, блестящая, с мигалочками разными всякими, и как бы не хотела сегодня в этом году делать ее такой разноперой, как обычно я делаю. And when the first snow touches the ground, I'll ride my horses to your town. I'll leave a note on my door. Nobody's home. Nobody's home. I'll wander your cold streets. Some people might think I'm out of my wits. Snowflakes melt on my face, and I'm out. Find the right way to take. I wanna shine. Like winter streets and neon signs. Like accidental words that change your life. I wanna shine. I wanna shine. Like winter streets and neon signs. Да, вот такая вот елка получилась. Наверное, она будет немножко смущать, отвлекать внимание от меня, но должна сказать, что во всех ближайших видео она будет со мной теперь. Да. Теперь фон будет не такой скучный, не какая-то шторка на кухне, а вот такая вот шикарная елочка. Да, я надеюсь, она вам понравилась. И уж раз я решила показать свою елку, еще покажу сегодняшнюю обмолочку мою. А сегодня, буквально несколько часов назад, я приобрела себе, так сказать, Уги. Но это не фирма Уги, а какая-то другая, совсем недорогая. Да, сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие вот черные. И с таким вот мехом. Это неизвестно, возможно, какой-нибудь Китай, но они такие же удобные, такие же мягкие, такие же обалденные. И на ножке смотрятся еще более симпатично. Да, вообще мне сегодня не видно, тут сапоги, елка. Все меня загораживает. Что ж, мне хотелось бы очень послушать ваши комментарии о том, какие же вы себе подарки хотите на Новый год. Хочется послушать ваши пожелания на Новый год, чего бы вам хотелось увидеть под елочкой 31 декабря. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.